Псалом 22. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешным, и не сидит в собрании развратителей. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево посаженное перед торговых вод, который не приносит плод вовремя свое, и лист которого не вянет, но во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивых, но они как прах, восметаемый ветром, потому не устоят на чистиво на суде, и грешники собрание праведных, ибо знаю, Господь путь праведных, а путь нечестивых. Аминь. Да, погибнет. Но это был первый псалом. Мы можем еще 22-й рассказывать? Нет? Ну, хорошо.